Всем привет, мои хорошие, с вами я, Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Мукбанг, который я хотела снять уже очень-очень давно. Я хотела сочетать Макдональдс с роллами. У меня было такое видео, я сочетала роллы с пиццей, и оно очень зашло, всем очень понравилось. Да и вообще это было нереально вкусно, поэтому я решила что-то такое сделать еще раз. В общем, здесь у нас вот такой вот напиток, который я пробую в первый раз. Like Tea называется он. Он был на скидке. Все, что я покупаю, это было... Я думала, что он газированный, оказывается, нет. Очень похож на... просто на iced tea. Значит, у нас наггетсы 4 штуки. У нас чизбургер. Нет, гамбургер это. Да, это гамбургер. Роллы. И, собственно говоря, все. А по идее, здесь еще и должна была быть булочка с сосиской. Хот-дог, так скажем. Но, к сожалению, звезды так сошлись, что этот хот-дог не здесь. Алло. Я очень извиняюсь, что отвлеклась. Мне просто пришла лапша в подарок. Вот так вот. Очень приятно. Сейчас я вам расскажу всю историю от и до, что произошло со мной. Слушайте, ребята. В общем, я заказала роллы, и в этой же доставке там были... Ой, господи. В этой же доставке там были гамбургеры всякие, там хот-доги. Я подумала попробовать. То есть здесь еще должен был быть один хот-дог, но, к сожалению, не судьба. Получается, роллы я у этой доставки уже заказывала, а что-то вот такое вот, булочки, гамбургеры и все такое, нет. И я подумала, что... было бы неплохо заодно у одной доставки все это купить. Потому что, смотрите, для этого видео я сначала пошла в Макдональдс, купила там вот эту красоту. Зачем мне пришлось пойти и забрать роллы? Это как бы в целях экономии моего времени очень нецелесообразно. Я подумала, зачем в Макдональдс идти, если можно заказать у той же доставки, у которой я заказываю роллы. И все остальное. Кто подписан на меня в Инстаграме, тот, наверное, в курсе, какой хот-дог мне пришел. Это просто, знаете, бывают видео ожидания и реальность. Алиэкспресс, ожидания и реальность. Вот то же самое. Но мне понравилось, как отреагировала доставка. Я им отправила видео, фото того, что у них, например, в Инстаграме, и то, что мне отправили. И они это объяснили тем, что с завтрашнего дня опять у нас карантин. И в магазинах, если честно, хлеб найти очень сложно. И у них эти булки, они закончились. И получается, что они вместо булки просто взяли хлеб и положили туда сосиску и принесли мне. Но я это объясняла так, что если нету сосиски, если нету булки, ну скажите, что нету, я закажу что-то другое. Или вообще ничего не закажу. В качестве как бы извинения они мне принесли лапшу. Никогда не пробовала ее, но очень круто пахнет. Я просто уверена, что мне понравится и буду постоянно у них заказывать. Когда доставка относится уважительно к своим клиентам, это реально очень приятно. И хочется и дальше у них заказывать, даже если они где-то что-то сделали не так. Вот был у них какой-то прокол, ты думаешь, человек понял, что он не прав. Огромные роллы. А еще иду я, значит, в Макдональдс, спускаюсь в метро в маске, одетая как чмо. И встречаю свою такую милую подписчицу. Это нечто. Девочка просто позитивчик. Как она меня узнала, я не знаю. Я такая в маске, в очках, не знаю, у меня такая конспирация.
Закон подлости. Когда я выгляжу ужасно, обязательно должна всех встретить. Кстати, купила через application. Экономите, ребята. Так намного дешевле. Получается, что за гамбургер и за 4 наггетса я отдала 2 моната 60 копеек. А если бы я купила бы просто, но я около 4 монат должна была заплатить. В общем, в 2 раза больше. Вот все почему-то думают, ой, реклама, быстро перелистну. Она типа направлена, чтобы вас обмануть. Очень часто в Ютубе бывает реклама, которая реально во благо. Так что обращайте внимание на рекламу. Вот это Юнико бонусы. Тоже выгодно. А почему нет, если ты можешь вернуть потраченные деньги? Что здесь плохого? Я лично здесь ничего плохого не вижу. У меня, например, карточка. Я расплачиваюсь, стараюсь расплачиваться только ей. На нее садятся бонусы. И плюс еще я себе сделала карточку Юнико. И тоже бонусы. Ни в коем случае это не реклама. Просто полезная информация. Если возможно экономить, почему нет? Например, одна и та же вещь, например, да? В одном супермаркете и в другом стоит одинаково. В одном из них, например, бонусы Юнико. Я иду покупаю там. Потому что мне так выгоднее. Причем, знаете, немало бонусов. Получается в некоторых магазинах даже 3,5%. Это круто по мне. Большие роллы полностью в рот засунуть не могу. Вкуснотища. Давайте немного поотвечаю на вопросы. Я тут просто немножко пролистала их, почитала, посмотрела. И некоторые девочки меня спрашивают по поводу того, что почему я не живу отдельно, если у меня есть заработок, если все нормально. Или, например, не живу с парнем. Например, девочки из России, из Украины меня спрашивают. У нас немножко другие традиции. У нас так не принято. Некоторые, например, пишут, что мама уехала, осталась только бабушка, позови своего парня, приготовь что-то. Во-первых, он сам не придет, потому что он ужасная стесняшка. Это прям ужас, девочка, она настолько стеснительная, особенно что касается родителей и всего такого. Соус такой вкусный, такой кисло-сладкий, и внутри какие-то частички, и он становится немножко такой острый. Макаем сюда и кушаем. Мой живот бурчит. Вот у Макдональдса всегда такая мягенькая булочка, прям пальчики оближешь. Всегда все свежее. Нету такого, что ты заказал, ты в шоке от того, что тебе пришло.
меня брат приехал из России, зашел в здешний Макдональдс. Мы заказали Биг Тейсти, он очень любит Биг Тейсти. И он сказал, какой ужас. Я говорю, что именно? Он говорит, что невкусно совсем. В России намного вкуснее. И дороже у вас. Но дороже я бы не сказала, мне кажется, одинаково. Но насчет вкуса, вы знаете, дело не в том, что у нас невкусно. У нас просто какой-то другой вкус. Например, я еду в Россию. Мне не очень нравится Макдональдс, который там. Не потому, что он невкусный, а, например, брату не нравится, который здесь. Просто потому, что наши вкусовые рецепторы как-то привыкли к такому Макдональдсу. Сказать, что пересолили или еще что-то, нет. Просто какой-то другой Макдональдс. Не могу описать словами. Одно дело, например, там вкусно, мягенькая булочка, а здесь жесткая, нет. Просто что-то не то. Я каждый раз забываю сказать, чтобы мне не клали васаби. Потому что я его не ем. Зачем просто так? Я его выбрасываю. В общем, на этом все, я умяла все. Может быть, даже буду снимать видео с лапшой, которую мне прислали абсолютно бесплатно. Спасибо им огромное за это. Обязательно сегодня будет еще одно видео. Всем желаю удачного дня.